Я думаю, многие уже подумали, то, что я забыл про свой основной аккаунт, и я на нем вообще ничего не делаю, потому что у меня выходит путь новичка. На самом-то деле это не так. Сегодня на этом аккаунте я выбью 4 алмазные карты. 4. Да, сегодня будет 4 алмазки. И знаете ли что? Я надеюсь, мне повезет. Не как, скажем так, в кое-каком дне, а когда-то в пути новичка. Поэтому это не то. Будут сегодня классные карты, будут сегодня четкие алмазки. Поэтому я перехожу сразу же на аккаунт. Я думаю, кто-то по нему соскучился, это 100%, как и я сам, потому что не записывал на нем ролики. И сегодня мы будем проходить аж целых 2 классических башни, 200 и 100 поединок, плюс параллельно откроем набор за великого мастера, что самое важное, великий мастер, это не что-то там, и, конечно же, плюс еще к этому приобрету кое-что в крипте, поэтому стоит начать, поехали! Если вы хотите быстро прокачать свой аккаунт, то вам на помощь приходит сайт gamegold.ru. Тебе на аккаунте не хватает алмазных персонажей в игре? Сайт gamegold.ru придет тебе навстречу. До 20 алмазных персонажей ты можешь спокойно заказать на сайте себе на аккаунт. Не хватает валюты? По низким ценам и быстрой доставке до 25 тысяч душ ты можешь заказать на сайте gamegold.ru. Если у твоего кореша аккаунт прокачан, нежели чем у тебя, то ты можешь заказать аккаунт на сайте gamegold.ru, где у тебя сразу же на аккаунте будет 70 тысяч душ и как минимум 8 алмазных персонажей в коллекции. Возможно, у тебя нет консоли, но ты хотел всегда заполучить какого-нибудь консольного персонажа, то персонаж МК-11 тебе выпадет благодаря связи с консолью и 40 душ соответственно. GameGold.ru – сайт с низкими ценами. Также, ребят, на сайте GameGold.ru на данный момент проходят скидки, поэтому переходи по ссылке в описании, вводи мои промокоды и получай самые шикарные бонусы на свой аккаунт. На данный момент начался День Святого Патрика, это значит, что есть скидки. Поэтому по моему промокоду вы сэкономите деньги, это первый момент, а второй момент – приобрете эти души для того, чтобы пооткрывать наборы на День Святого Патрика и повыбивать крутые алмазные карты. Поэтому все ссылки оставлю в описании, промокод тоже. И что ж, начнем мы проходить классическую башню 200 поединок. Я подобрал отряд, который есть у Кати из персонажей, только у меня они все почти 10 слияния. И таким образом мы будем проходить сейчас 200 поединок, потому что здесь я поставил на прокачку вот такой отряд. У меня есть взгляд полуночного сталкера, который просто-напросто имба, получает 0,1 очко силы при каждой своей атаке, которая пробивает блок, плюс экипировка самой башни. Параллельно я поставил блок-брейкер, чуть не сказал, а именно бруталити на персонажа Джейд, потому что она будет тащить и, я надеюсь, победит, потому что здесь нет, по сути, экипировки, кроме каменных валунов для боулинга, именно классической башни. И здесь у меня Сабыч с 3 экипировками как раз-таки классической башни и револьверы. Можно, кстати, было его топор поставить, поэтому сейчас его найду и поставлю. Все, я поставил ледяной топор. Я думаю, сейчас будет все четко. 50% вероятности наложить эффект морозилка при выполнении спецприема первого. Не знаю, буду ли я спецприемом 1 отыгрывать, но спецприемом 2 100%. Плюс ледяной топор, возможно, кто-то не понял, в чем вся суть. 50% вероятности превращения основных атак в неблокируемые, что дает нам право воспользоваться этим персонажем и, я надеюсь, нагнуть. Рейден, Люкан и Люкан. Ну, давайте посмотрим 200-й поединок. Это первое, что я пройду, а потом соточку уже. Может быть, с первой попытки, может, с 10-й попытки, может, с 20-й попытки. Но надеюсь, что все будет быстро. Так, первый спецприем наносим персонажем. Отлично. Снимаем для начала первый щит. Наносим еще один спецприем. Снимаем второй щит. Так, два щита снято. Здесь мы исчезаем, получает Пахари. И далее мы наносим спецприем еще один. И снимаем снова второй щит, который эта зараза восстановила. Еще одна атака. И снимаем третий щит. Три щита я снял. И далее контратака. Блин, он включил опять щит. Да заколебал ты включать все щиты, ё-моё. Снимаем снова еще один щит. И сейчас он его снова, что ли, врубит. И далее наносим аж целых где-то 1 000 000 урона, может больше, бамс, да, около мульта урона мы нанесли. Ну и дед исчезает, ну логично же. Так, то, что дед исчезнет, это прям
к гадалке не ходи. Так, далее выбираем Сабыча. Деда уже покоцали. Ну и тут, конечно, меня перебивает. Перебивает прям жестко. Ну и давайте смотреть. Спецприем первый можно аж целых три раза наложить. Поэтому будем действовать именно таким образом. Конечно, стоило бы привязать. Кстати, да, морозилка срабатывает. Идеально. Еще один удар и последний. Добивающий снова. Вроде бы шансы неплохие на пробитие блока, но... Ты его не особо видно. Дед, ну ты чё выскочил-то? Иди обратно таблетки пей. Бля, я не понимаю на самом-то деле вот этих вот замен каличных. На деле каличных. Но, надеюсь, он не восстановится еще третий раз. Не-не, все отлетел, так отлетел. Так, здесь по мне нанесли неплохой такой дамаг. Но я выбираю сейчас вот эту вот брутальную женщину и привязываем персонажа. Снова выбираю спецприем и привязываю персонажа. И последний раз я использую данный прием, чтобы далее выбрать данного перса, нанести урон и далее спецприем второй. Урона будет не так много, как, конечно же, по рейду, ну, потому что здесь я не особо еще накопил на нем головочки еле-еле живые. Но сейчас, я думаю, урона будет чуточку больше. Отлично, и критули полетели, и еще один удар, 400 тысяч. Блин, 22 секунды остается, не знаю, добить-добить не успею, наверное, или успею. Сейчас глянем, короче. Бамц, все, здесь увечье вешается, здесь замена сразу же моментальная. А, блин, тут точно щиты же эти. Как я про них забываю постоянно. 13 секунд, не успею все щиты снять. А, ладно, ладно, шансы есть. Шансы есть, шансы есть. 8 секунд остается. Давай, увечье, слетай. Слетай, дорогое увечье. Так, отлично, отлично. 14. Ну да, тут в защиту не получится, не получится. Все-таки я классиками здесь лучше отыгрываю. Вот МК-11. Ну тут опять же от везения все зависит. Просто Рейден вначале 250 тысяч рад с щиты восстановил. Как-то вот у него получалось спецприемы первые по мне наносить. Поэтому здесь, конечно, две попытки уйдет на это все. Ну ладно, ладно. Как быть, как говорится. Окей, почти что одна попытка. Ну почти что. Ну блин, практически. Пришлось снова зайти на данного перса. Ладно, зато хотя бы сейчас продемонстрируем, возможно, бруталку Джейд. Главное сейчас у него как-то выбить 25%. Так, отлично, есть 25, 24 тоже есть. Ну и давай, Джейд, надеюсь, ты перебьешь его и с первого раза атакуешь. Нет, нет, с первого раза она не хочет атаковать. Стесняется, видимо. Со второго тоже как-то не особо ей хочется. Ладно. С третьего атаковала, ноги оторвала и победила. Вот, другое дело. Молодец, Джейд. Вот первоначально, конечно, можно было бы ей отыграть. Может быть, я бы одолел Рейдена. Блин, вот столько мыслей на самом деле. Но я определенно что-то здесь сделал неправильно. Определенно. Ну, я не буду отрицать, что все было сделано прям супер-мега круто. Но все-таки, давайте посмотрим на алмазную карту. И это у нас алмазочка Люкан Бог Огня. Прокачивается уже до 4-го слияния. Нет, хорошая карта. Конечно, долго у меня качается. Очень долго. Но при этом... Я рад, то, что она выпала. Вообще, Люкана МК-11, еще одного, по крайней мере, жду. Был бы не против, чтобы он мне выпал. 10-е слияние, как-никак, было бы классно. Ну и теперь мы переходим на соточку. Давайте посмотрим, как этот отряд справится здесь. Но здесь я буду надеяться, по крайней мере, что он отыграет лучше. Потому что здоровья не так много, и я не помню, щиты здесь есть, нет. Сейчас глянем. Сотый поединок вообще не помню. Да, есть щиты везде, они есть на данный момент. Ладно, хорошо. Первый раз он уклонился, второй раз не уклонился. Интересно, а может мне там тоже везло? Он как-то не уклонялся вообще у меня особо. Блин, я что-то и на экипу даже не посмотрел. Ну ладно, неважно. Главное, что привязали его. Видите, здесь он еще и перебил меня. Ну, гений. Просто персонаж гений. Ну, снова исчезает. Да, да, блин, он так не исчезал, кстати. Видите, еще и переатаковывает меня. Так, ладно, здесь я спецприем заюзаю, чтобы привязать его хотя бы. А то сейчас гнида, зная его, исчезнет на постоянке, исчезает. Так, отлично, отлично, отлично. Ну и теперь можно бить его. Сейчас, конечно, Скорпион его спасет. Но, сами понимаете, мне все равно на это, потому что я его прямо сейчас добью. Ребят, не раз говорил, что я приболел немного, поэтому стоит иногда на паузу ставить, чтобы вы не видели на то, как все плохо, как все ужасно. Да, такая ситуация. Так, ладно, меня тут перехватили. Да, давай, давай, давай. Отлично, раз, два, три. И далее,
Ну вот, ладно, он меня схватил. Люблю, когда он хватает, когда у него именно вот именно защита это срабатывает. Отлично, отлично. Таким образом он теряет, конечно, время. И мне он, конечно, портит игру немножко. Так, нет, спецприем пока что я не хочу второй наносить. Блин, надеюсь, он сейчас не заменится. Ой, все, привязка использована. Отлично, отлично. Он тут пытается силу восстанавливать, не успеет. Не успеет, мухась это сделать. Ушел отсюда. Так, вот тут, конечно, поинтереснее все будет, потому что мне теперь надо полностью покоцать данного персонажа, когда к тому же он поджог себе и восстанавливается. Будет посложнее это сделать. А, у него еще и щиток срабатывает. Блин, у меня 39 секунд всего остается, это не есть хорошо на деле. Но попробуем, попробуем. Две защиты снял. Теперь наносим атаку и далее... Ой, бля, как я мало набил. Я не ожидал такого. Ну ладно, зато привязка сработала. Так, и теперь зачем он снова врубил свой конченый щит? 25 секунд остается, и я его добить не могу из-за этого. На! Так. Он же сейчас подожжет себя. Вот мразь. Вот мразь. И еще щит сверху. Вот какой же он конченый. Какой же он конченый. Прям просто конченый. Еще. Какой он конченый. 6 секунд просто на нем потратил. Это пиздец, почему мне так не везет? Вот серьезно. Сколько раз они исчезли, сколько раз? Тут вообще дело не в том, что у меня отряд не сильный. Тут проблема вся в том, что мне не везет. Они исчезают, щиты врубают. Какие же мразоты, реально мразоты. Просто конченые. Ай, блядь, бесит прям, я не могу, вот серьезно, хочешь нормально отыграть, а тебе вместо этого просто говна на вентилятор набрасывают. Ладно, хорошо, Рейден, давай, ушел отсюда, конченый просто, восстановился еще к тому же. Ай, бля, как же, я нанес же по тебе спецприем первый, у тебя щиты, чтобы по КД восстанавливаются. Блин, ну как же это все плохо? Как же это все плохо? 41%, снова щит. Опять же, ничего нового. 40%. Ага, да, выскочил оглушатель великий. Так, отлично. 39, 37. Замена здесь, привязка имеется. Щит слетает. И далее добиваем. Еще 30 секунд нужно, чтобы добить этот отряд. Получай просто-напросто. Опять же, классиками как-то в разы быстрее получается его добивать. Я не знаю, классики, они какие-то универсальные мэны. Так, здесь же, как всегда. Давайте ему ноги оторвем, он заслужил это. Так, не оторвем. Походу, Джейд решила не делать этого. Сделала, все, снова оторвали ему ноги. Заколебали, вот серьезно, эти персонажи. Заколебали, вот реально, напрягает. Зато сейчас уже одна алмазная карта есть. Сейчас будет вторая алмазка. И давайте смотреть, что у нас здесь. И здесь Китана Дня Мертвых. Бесполезничок, просто-напросто 94 души просто подарили и все. Вот вам и алмазка. Так, крипта, давайте посмотрим, что у нас здесь. Приобретаю последнего персонажа, которого здесь могу приобрести, потому что все остальные у меня 10-го слияния, но это третья алмазная карта, которая прокачивается. Вторая, которая выпала, третья. Отлично, я считаю, это отлично, это замечательно. Только сейчас надо, чтобы она быстрее прогрузилась, потому что крипта это просто вот проблема в том, что вообще карты не прогружаются. Но становится она 6-го слияния, теперь осталось забрать деда и одну экипировку. В принципе, 13 тысяч сердец за 4 дня набью я очень-очень быстро. Здесь проблем не будет. Ну и давайте сезонную инфракцию откроем. Я уже что-то не верю в то, что мне повезет. Как-то слишком много косяков. Слишком много. Но здесь выпадает круг тени вроде. Но они у меня не все прокачаны. Поэтому если выпадет что-то интересное, то было бы классно. Но выпадает Люкан Огненные Кулаки. Зачем? Для чего? Ну хотя ладно. Я не помню, у меня есть ли еще одна карта, чтобы его вкачать до Вознесения. По сути, как алмазка практически выпала. Все-таки не на продажу. Но, блин, все равно я ее не особо ждал, эту карту. Так, сейчас посмотрю. Вроде у меня карты все закончились, поэтому я сейчас его прокачать не сумею. Вот он, Люкашка. Да, у меня карт нет. У меня карт нет. По-моему, все карты, которые мог, я получил. А нет, еще одну могу забрать буду. Да.
Она у меня на 38 левеле. Надо уже будет пройти задание и забрать ее. Там задания просто конченые в режиме битвы. Не особо проходить их хочется. Но, видимо, придется. Именно сейчас придется это сделать. Ладно, вот такой вот, ребят, видос получился. Достаточно-таки динамичный, интересный ролик, не правда ли? Да, наборы здесь я на Святой Патрик не открывал, но... Это не столь важно. Самое главное, что 3 алмазные карты в этом ролике были, есть и, конечно же, обязательно будут в следующем. А на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока и до новых встреч.